три сестры, да, у мамы было? Да. Да. Нина тоже в нашей студии сегодня. Здрасте, мам. Вы-то на чьей стороне в этой истории? Да, в принципе, мы 50 на 50. Да, Марина молодец, она помогла моей сестре Любе, поддержала ее во всем. Лично я с Любой приезжала к Марине, приезжала к Ивану, разговаривали с ним, все, они договорились, они должны были идти в органы опеки и официально договориться по поводу опекунства. В опеке договорились о чем? О том, что, опять же таки, временное опекунство на полгода, без лишения Любы родительских прав, правильно? И потом сказали, и ты ее заберешь сейчас после года. Мы это ну, когда я говорила, ну, что ты ее радовала, ты радовала, что я хочу забрать. Вы понимаете, что после того, что мы узнали сегодня, что она говорила в этой студии Люба, да, того мирного сценария, который вы предположили все в семье, уже не будет. То есть вы Любу защищаете, я так понимаю, да? Ну, просто ну, интересно. Честно, она Любу просто набросили себе как собаку, и она на самом деле не такой зверь. А чё ж вы не помогали ей за этот год? Марин, я чё, мама, не взяли ребёнка себе? У меня тоже трое детей в семье, я не могу. А я, значит, одинокая, но я могу кинуть этого ребенка и сидеть с ребенком. Я же не потеряла